Здравствуйте, вас беспокоит волонтер. Вы оставляли заявку. Мы готовы оказать вам помощь. Назовите, пожалуйста, адрес, по которому нужно приехать. И мы подъедем в ближайшее время. И таких заявок немало. Анастасия и Стефан сегодня взяли в работу сразу несколько адресов. В ближайшее время, около 10 минут мы будем в аптеке. Я думаю, что у вас мы сможем быть через полчаса. Спасибо большое за ваше обращение. Всего вам доброго. Скоро будем у вас. До свидания. Вот уже полтора месяца все свое свободное время Анастасия Титова тратит на волонтерство. Руководитель движения «Волонтеры-медики» Одинцовского округа вместе с единомышленниками помогает тем, кому помощь необходима в первую очередь. Ребята доставляют продукты и лекарства. Волонтеры вообще-то это первая необходимость, потому что люди, которые готовы помогать, это польза для всего общества, я считаю. Волонтеры очень нужны. Вступайте в наши ряды, и тогда вместе мы победим весь коронавирус. Анастасия и Стефан тщательно соблюдают все меры предосторожности. Маска, перчатки, дезсредства. Человек, который оставил заявку, может не волноваться. Передача лекарств будет бесконтактной. Фотографируем чек, чтобы заявитель мог увидеть цены на доставленные ему лекарства. Сейчас мы пишем смс с номером банковской карты. И нам переведут онлайн-перевод для завершения нашей заявки. И заявка будет закрыта. Лекарство доставлено, пора ехать в продуктовый магазин. Очень приятно наблюдать, когда разные волонтерские движения, в том числе другие организации, как наша общественная палата, объединяются и работают на всеобщее благо граждан нашего городского округа. Все свободное время волонтеры проводят в дороге. Для них это не работа, это порыв души, гражданская позиция. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».